Свыше 60 тысяч детей заболели коронавирусом с начала года в Казахстане. Данные озвучила вице-министр здравоохранения Айжан Исмагамбетова. Чаще всего болеют дети до 14 лет. Санитарные врачи еженедельно проводят мониторинг заболеваемости в школах. При этом ограничения могут ввести, если в классе зафиксируют рост числа заразившихся в 1,5 раза. В этом случае в коллективе прекращаются массовые мероприятия и вводится кабинетная система обучения. На дистанционку школьников переведут, если в классе заболеют около 30% детей.